8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты! Ура! Ура! На День Победы. Расскажи, как это было. Моя родная деревня Лебедевка в Гомельской области оказалась в оккупации. В августе 43-го отступающие после поражения под Курском немцы начали угонять жителей на запад. Мне было 16 лет. Только двинулись от нашей деревни, и буквально чудом по дороге я сумел сбежать. В лесу встретил партизан. Меня приняли в отряд. Но после соединения с армией отправили домой, как несовершеннолетнего. Встал на учет военкомат. В ноябре 44-го меня призвали и отправили на трехмесячные курсы младших командиров в Минск. После этого присвоили звание сержанта. Дважды сопровождал маршевые роты на фронт. Сходу были брошены на штурм. 4 дня беспрерывно атаковали. 9 мая 45-го года я снова ехал в Минск, чтобы продолжить учебу. В вагоне поздравил сам себя с наступившим совершеннолетием. 18 лет исполнилось. Сам себе казался таким взрослым. Состав шел без остановок. Ехали в товарных вагонах. И нам, простым бойцам, никто не сказал, что война закончилась. Мы узнали о победе только спустя 3 дня в Минске, куда состав прибыл 12 мая. Нас построили на перроне. Командир зачитал приказ верховного главнокомандующего и поздравил всех с победой. Подбадривал, что все закончилось. Главное, остались живы и будем жить. Будем жизнь отстраивать заново. Вот так мой день рождения совпал с Днем Победы.